Google поможет пользователям распознать депрессию. Такая психологическая помощь будет доступна только в США. Американская версия поисковика Google будет предлагать пройти тест на депрессию тем пользователям, которые вводят в строке поиска слово «депрессия». Это совместный проект компании Google и Американского национального альянса психических заболеваний, НАМИ, который направлен на то, чтобы помочь пользователям, находящимся в состоянии депрессии, как можно раньше заподозрить у себя это психическое расстройство и обратиться к врачу. Такая психологическая помощь будет доступна только в США. Пользователям, которые ищут информацию о депрессии, Google будет предлагать ответить на ряд вопросов, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства. Тем не менее, как подчеркивают в НАМИ, заполнение опросного листа нельзя рассматривать как замену полноценной диагностики, которую проводит врач. Ссылка на тест будет появляться в панели знаний, которая при поиске в Google располагается под поисковой строкой и над всеми результатами поиска. Чаще всего в панель знаний попадают материалы Википедии. В Google отметили, что поисковик не будет запоминать результаты тестов пользователей и не будет использовать эту информацию при составлении выборки контекстной рекламы. Напомним, по официальным данным, в Украине депрессией страдает 6/3 населения. Всего же в мире более 300 миллионов жителей страдают от этого психического нарушения. По материалам сайта news.com.